Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим фароискатель. Моделька называется PG2109. Это идет светодиодный фароискатель. Установлено 10 диодов. Мощность общая суммарная 50 Вт. Диоды идут от компании Cree, каждой мощностью 5 Вт. Цветовая температура 6000 Кельвинов. Подключается к 12,24 вольтам. Угол поворота имеет полностью по всей оси 360 градусов и также регулируется вверх и вниз. Позже мы подключим и посмотрим, как он регулируется. Есть также в комплекте дистанционный пульт управления, радиус действия которого примерно до 200 метров есть, и две батарейки крона. Вот такой вот план. Вес общий данного фароискателя составляет 3 килограмма. Подключается через прикуриватель. Есть также ручка для удобства транспортировки. Нижняя часть снимается вот такого вот плана. И снизу есть магнит, на который можно закрепить на любую металлическую поверхность. Давайте сейчас подключим его и посмотрим, как же он работает. То есть, как мы видим, с пульта мы включили, он включается, выключается и начинает свое действие. То есть, и поворачивается полностью, и регулируется вверх и вниз.